Когда в школах начинают вводиться уроки государственного патриотизма, это означает, что в государстве что-то идет не так. Если детей надо учить любить Родину, это значит, что Родина не любит своих детей. Патриотизм – это любовь к Родине. Это личное чувство, личное переживание человека. Родина – это не государство и не власть. Родина – тот уголок земли, с которым человека связывают истоки жизни. А если людей начинают с детства учить любви к государству, любви к власти, это не патриотизм. Это воспитание лояльности и покорности. И в те решающие моменты жизни, когда решаются судьбы Отечества, таким образом воспитанный человек, выбирая между любовью к Родине и лояльностью к государству, может изменить Родине. Потому что любовь к Родине иногда требует идти против государства, против власти.